подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы снова играем SCP Containment Breach, и у нас есть прекрасный повод, потому что вышла версия 1.0.6, в которой были исправлены многие баги, добавлены новые помещения, и самое главное, добавлено много новых SCP, поэтому давайте немножко побегаем в нее, что ли. Я не думаю, что в этот раз мы будем проходить ее полностью, но где-нибудь минут так 30 мы ей уделим, потому что я по ней дико соскучился. Да и просто охота поиграть в СЦП. Соскучился, что пипец. Так, нас будут звать... как бы вы думали, все так же, да? Интро пускай показывают, мало ли что. Много достаточно странных СЦП добавили. Допустим, добавили лифтера. То есть лифт временами, который открывается перед вами, забрызган кровью. И это все, что я о нем знаю. То есть, окей. Там целая история, то есть я на СЦП почитал, достаточно жутко. Будем надеяться, что этот лифт не будет меня убивать, если мы его найдем, конечно. Да ладно. О, господи. Что? Что это было? Оно продолжается. Секунду. Ну ладно, продолжим. Что-то игра у нас не очень любит 60 FPS, поэтому лучше, видимо, не надо. Так, ну если кто не знает, то да, мы номер 9341, пушечное мясо, мы отсюда уже несколько раз выбирались, но заканчивалось это все не очень хорошо. Ну и ладно, это моя камера, я здесь живу. Окей. Может быть, пойдем уже? Начальник, открывай. Бумажку сразу выкинул. Может, мне нужно ее еще раз почитать, что вам от меня нужно. Здрасте. Да, для меня снова работа, я знаю. Хорошо, хорошо, как скажешь. Кстати, вы в наушниках, да? Потому что, Да, если что, будете стрелять, я знаю. Ну хорошо, все, пойдем. Че, небось, опять будете меня на 173-го проверять, да? Смотри, новая дверка. Я тут не один такой. Chief Franklin, please report to containment chamber 1. Кто-то там кому-то докладывать хочет. Ну да. Окей. So you see any good movies lately? Чё? Я, говорит, фильмы не смотрю. Я книги, говорит, читаю. Какие книги? Хорроры, научную фантастику. О, прям как я. Вся, говорит, твоя работа про хорроры, научную фантастику, и тебе не хватает, ты еще и книжки читаешь. Да ладно, говорит, все, мне уже скучно с тобой разговаривать. Окей. А что это так? Ладно, говорит, иди, с тобой, наверное, все будет в порядке. Хорошо. 173-й, я бы тебе реально скучал. Ну как? Очень-очень скучал, ну да. Здравствуйте. Это снова я, вы меня помните? У тебя все еще есть время уволиться. Вот прямо сейчас уходи, и тогда все будет у тебя хорошо. Ну, ты понимаешь, да? Ну, видимо, нет. Ладно. 173-й. Что тебе нужно от меня? Ты же не будешь делать, как иногда. Иногда ты просто кидаешься на меня, как я не знаю. Да, сломалась дверь. Я не знаю, это день сурка какой-то. Поддерживайте, говорит, зрительный контакт. Хорошо, я буду поддерживать, но если ты не против, я выйду отсюда. Не стреляй, пожалуйста. Так, все, уходим нафиг. Уходим. Отлично. Я думаю, это прекрасное время для того, чтобы сохраниться. Игра, сохранись, пожалуйста. Так, ладно, давайте смотреть, что у нас тут нового. В этот раз, я думаю, все будет совсем плохо. Воу, тихо, воу, воу, это что за приколы? Это что-то новенькое, я не знаю. Хорошо, ладно, допустим, будем считать, что какая-то новая аномалия сработала на меня. Черт его знает. Кнопка не работает. Так, ладно, выходим, все хорошо. Это норма, это нормально. Я, пожалуй, пойду сюда, если вы не против.
И дверь, пожалуй, я закрою. Ну его нафиг, если он все еще где-то там. 173-й любит ходить по вентиляциям. Вы знаете, в такие моменты эта игра мне напоминает фильм «Куб», причем первую часть. Хорошо, так, ладно. Самое первое дело. Карточку нужно, да, карточки у нас нет. За дверью я уже слышу 173-й, поэтому я, пожалуй, пойду. Игра, спасибо, что сохранилась. Фух. Они, кстати, большую часть багов реально победили. Игра практически не вылетает, очень, очень ровно работает. Это, по-моему, хорошо. С FPS-ом тоже все норма. Кто-то там перестреливается с ящером, но это же совершенно бесполезно, вы понимаете. Так, ладно. А тут есть вентиляция? Нет, тут нет вентиляции. Старик, если ты сейчас выглядишь, то это будет совершенно немило с твоей стороны. Пожалуйста, дайте мне воздух. Искусственный интеллект, я знаю, ты меня видишь, пожалуйста. Как хочешь. Значит, я тут задохнусь. Дедушка, твою мать. Дедушка наигрался. Это пипец, вот посмотрите, он просто реально разлагает всех вокруг. Хорошо, самое главное не заблудиться, потому что вот эти зоны слабого содержания, с ними постоянно какие-то непонятки, я в них постоянно блуждаю. Кто, где кричит, кто? О нет, только не скрижаль. Это, если кто не помнит... Так, у меня по ощущениям 173 поблизости, если судить по звукам. По вентиляции пролез, наверное. Искусственный интеллект, целенаправленный. Господи, что ж ты пугаешь-то так? Кто кричит? Кто-то поблизости кричит. Я раньше такого не слышал. Так, хорошо. Это что за место? Хорошая ли это идея, как думаете? Мне нужна карта. Вы нажимаете кнопку, ничего не происходит. Ладно, возможно, это тот самый лифт, потому что таких лифтов я еще не видел. Можно тебя как-нибудь закрыть нафиг, потому что... Что? Это явно не к добру. Япона, мать. Это что это тут так? Там охереть, там уже с крупного калибра бьют. О нет, ну периферийного прыгуна нам, конечно, вот именно то, что доктор прописал. Да твою мать, ну, это оно. Подожди, судя по звукам... Так, в ту комнату мы не пойдем, ну его нафиг, там вполне возможно было какая-то... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что это было? Да не гони, я что, провалился к нему, что ли? Да не может быть! Да не может, ну как же... Это какой-то новый прикол, совершенно, совершенно не крутой. Я ничего не хочу сказать, но, по-моему, я приехал. То есть... Что? Оно все работает как-то... Как-то... Просто тупо тьма, да? Ладно, допустим.
Да я, честно говоря, не знаю. Я походу здесь и кончусь. Отсюда реально найти выход. Один раз, как вы помните, я это сделал, но с этими новыми штучками, я думаю, что это совершенно как-то уже совсем плохо. О нет, только не эти движущиеся колонны. Оно теперь работает совсем по-другому, вы видите? То есть... Я не теряю здоровье, я не... Так. Что ты смотришь на меня? Тебе нравится то, что ты видишь, да? Да ебана мать. Вот теперь я могу сказать, что я приехал окончательно, и отсюда не... Дедушка, выпусти нафиг, пожалуйста. В этот раз все идет совсем как-то... Тут же дверь была. Я не выберусь, да? Короче, истеку кровью нафиг просто. Не знаю, но эта игра, она... С одной стороны не поменялось, но с другой стороны все совершенно ненормально стало. Эти новые приколы, они... Они откровенно не радуют. Это моя кровь? С меня капает кровь. Такого раньше не было. Это тоже не очень хорошо. Так, ну что я могу сказать? Я уехал. Я отсюда явно не выберусь, поэтому мы выходим в меню и грузим игру. Больше не будем падать в эту штуку, потому что это... Вот если я попал в эту комнату, я не знал, что она просто закрывается за мной. И такие ловушки я в первый раз в жизни вижу, поэтому и попался. Ладно, будем знать. Так, хорошо. Там стоит 173-й и... Я, честно говоря, не рискну сейчас искать что-то в этой комнате, потому что это отвратительно. Так, ладно, сюда мы нафиг не падаем, потому что мне не понравилось. Хорошо. Что-то как-то совсем все туго, в этот раз идет туго. Так, лифт. Ну чё, как думаете? Ладно, давайте сохранимся. Может, этот лифт хоть будет работать? Работает. Это уже не радует. Периферийный... Люди какие-то ходят, да? О, как вы понимаете, это не люди. Оно меня все равно слышит, хотя в приседе. Так, не шевелимся. Эти твари имитируют голоса людей, чтобы мы шли к ним. Кто, говорит, это такой? Да это пипец, это ненормально. Show yourself. Да пошел ты нафиг. Мне надо как-то пробраться мимо них. Who the hell is there? Слушай, оно не уходит. Ох, твою мать.
А что если на самом деле я чудовище? Я не таким. Я не знаю, я не так. Воу! Ух, твою мать! Пошли-ка вы нахрен. Нет. Я ни за что не пойду. Тося. Ой, господи. Меня ж мурашит всего. 173-й, ты там? Я не пойду в этот лифт ни за что. Там их двое, и они меня просто не пускают никуда нафиг. С другой стороны, 173-й мог убраться пока. Вы слышите, когда я наступаю на, на эту штуку, я как будто... Эта скотина стоит там, она не хочет уходить. Ох, блин, табунами просто, просто нафиг табунами. Я ухожу нафиг, я не пойду в эту сторону, я не знаю, что мне тут делать, и мне здесь определенно не нравится. Что это за лифт, я тоже не понимаю, и ощущение, что этот лифт какой-то ненормальный, не покидает меня ни на секунду. Ну, как бы там ни было, пошел он в болото. Почему их тут два, я тоже не понял. Возможно, если там танцевать с бубном вокруг этого лифта, то... Что-то произойдет, я не хочу даже узнавать. Так. У нас есть возможность пойти сюда, и вроде как тут никого нет. У нас, конечно, нет противогаза, но... Там же нет никого, да? Проклятый дым. Эти штуки на время работают, если кто забыл. Поэтому если вы там останетесь, то там вы умрете. О, выход. Отлично. Карточки нет, поэтому какого черта? Че я тут могу сделать? Ну, может, я не знаю, тут где-нибудь... Есть какой-то проходик. Ох, короче, я такой труп. Я не могу. Я не могу отсюда выбраться. Я не знаю, мне походу придется идти в другую сторону. Там вначале у нас был проход, потому что... Воу! Твою мать. Так, туда не смотрим, потому что она начинает мутить мой взор, и можно уехать просто... Насовсем. Ох, блин, я не знаю, что-то давно эту игру не запускал. А? Оно исчезло. Победили-ка обратно. Если бы ты все-таки воздух пустил, то было бы, конечно, хорошо, потому что мы тут уже сколько. Судя по звукам, где-то здесь был 173-й. Но если он был там, то... Так, хорошо, наш обглоданный друг. Как все мило. Оттуда я пришел, да? Я же оттуда вроде пришел. Отлично, еще одна зона выхода, но карты у меня по-прежнему нет. Я не буду смотреть, что это за штука. Даже трогать не хочется. Лучше бы была карта. Так, и что это у нас? 939-й. Ага. 939-го мы видели там внизу. Ничего хорошего из него... Для меня ожидать, наверное, не стоит. О нет, только не говорите, что это оно. Да, походу, это то самое место. Место, из которого достаточно сложно выбраться.
Вот эти штуки, которые я скинул, да? Так, ну идти в одну из этих сторон можно очень-очень долго. Это нам ничего не даст. Что? Кровь? Да твою мать. Ох, эта машина мне бы так помогла, будь у меня карта. Но у меня такая проблема с картой. Я не знаю, в этот раз вообще все сложилось очень-очень плохо. Ага, а это что еще такое? Хотя, с другой стороны, по-моему, я знаю такие места. Так. Уходим, уходим нафиг. Закрой, закрой дверь. Так, тут мы еще точно не были. Да? Ведь так? Это дверь, которая ведет к гробу. Но у нас все равно карты нет. В принципе, ладно, и нашим легче, потому что там ничего хорошего, в принципе. В принципе, быть не может. Врубай. Он сегодня просто не слушает меня. Нужна карта. Нужна карта. Да пипец. Я не хочу идти в это помещение, потому что мне там определенно будет краюха. Просто потому что, ну, я заморгаюсь без противогаза. Секунду. Так, это уже выключил, да? Эта тварь где-то там идет за мной, походу. Что тут такое? Эта дверь была открыта? Подожди, нет, отсюда я пришел. Там у нас вход. А здесь у нас... Да вы издеваетесь, что ли? Какой-то... Какой-то стрёмный мишка. Пипец, это что это было только что? Короче, тут я походу и умру, потому что у меня нет ни одного места, куда бы я мог пойти, не умерев. Это какой-то пипец, реально. Давайте на этом, наверное, заканчивать сегодняшнее наше видео по SCP. На самом деле далеко не самый лучший забег, я бы сказал, потому что нам просто не везет катастрофически. Все, что у нас есть, это закрытые двери с картами. Единственное место, где может быть карта, там находится 173-й. Уходить оттуда никуда не хочет. Но тем не менее, я уже увидел много всего нового и много всего старого, которое стало работать по новой. Допустим, вот это измерение дедушки. Это, по-моему, было неприкольно. Но вот это вот, что это такое было вообще? Не знаю, когда те твари внизу погнались за мной, я реально просто очень сильно испугался, и с того времени все еще не могу как-то отойти. Поэтому пошел отдыхать. Видео по SCP, наверное, продолжится, но там не завтра, а как-нибудь попозже. У нас сейчас вообще в ближайшее время будут хорроры на канале, и не знаю, среди прочего это, наверное, будет SCP. Не знаю, то ли мне начать игру по новой, потому что ситуация безвыходная, то ли пытаться, сжав зубы, двигаться вперед. Могу сказать, что, скорее всего, первое, потому что во втором случае это будет очень короткое прохождение. Как бы там ни было, приятно посмотреть на новую версию. Она реально удивляет некоторыми моментами. Когда мы попали в измерение к дедушке, я просто реально офигел, такого раньше не было.
В общем, я не знаю, честно говоря, будет ли эта игра развиваться дальше, потому что разработчика эту игру, напомним, делает один человек, сейчас начал заниматься каким-то новым проектом. Вроде как он говорит, что при этом он не забросит SCP Containment Breach, но, как показывает практика, в таких случаях, как правило, человек либо должен заниматься одним, либо у него не получится ни то, ни другое. Поэтому черт его знает. Вполне возможно, что это финальная версия, но как бы там ни было, давайте на этом заканчивать. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого прохождения. То есть, нужно ли оно, нужно ли его делать. Ну, даже если нужно, то я его буду делать, ну, не знаю, там не очень часто. То есть, SCP мы с вами уже избегали вдоль поперек. Тем не менее, все равно интересно находиться, но очень много свежих эмоций это уже все равно не дает. Ну да ладно, в общем. Собственно, вот такие вот дела. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я сейчас полезу гуглить, что это за мишка. Он меня реально пугал не меньше всего остального. Да ладно. В общем, увидимся. Всего хорошего всем.